Нашел их. Вылетел. Окей. А у меня тоже грузится, видимо, все вылетели. Может, сейчас из FIFA вылетели. А он пишет, ща, погоди, нормально. Дайте что-то раньше. Ну, сейчас они отменят. VPN шарит у кого-то. Да, так хотел стать на позиции. Я просто, у меня этот стик, когда нажимаю, ну, этот вверх, и он сразу автоматом туда перенаправляет. Сейчас она пишет, когда. На нашу половину они переходят, ну, тогда можно их уже немножко встречать активнее. Вот. Пока они на свои и при потере мяча сразу ниже опускайтесь. Не думайте, вот крайние защитники тоже об атаке. Прежде всего, надежнее сыграть, чем в обороне. В атаке есть там кому подключаться. Ну чё они там? Когда атака идет с СЗшником, на какой линии стоять? Ну или там туда-сюда маленечко двигаться? Типа, ну, когда разыгрывать мяч там фланговый, когда отыгрался в центр, например. Мне вот за линией, ну, ближе к своим воротам или, ну, относительно центра поля. Ну, лучше чуть-чуть пониже, конечно, сыграть, чтобы не выше КЗшников быть. Просто получается, тут когда обрез, как бы два варианта действия у ЦЗ. Но мы офсайд не либо сможем стараться делать. Его сразу законтрить, либо бежать назад, чтобы, ну, а там уж офсайд ловить, не, как-то пытаться. Лучше назад возвращаться сразу всей линии. То есть не ждать чего-то, а вдруг мы там перехватим. Если видите какой-то момент, что уже, ну, напряг, что уже... У нас там или на фланге зажимают, или мы сейчас потеряем мяч. Лучше опустите сразу всей линии. Потому что мы офсайд где-то мы не успеем сделать, кто-то прозевает, где-то разрывы будут между линиями и так далее. То есть они выбегут и все. У нас вот примерно так и было с ними в первом матче. Два мяча мы быстро пропустили и все, а там уже матч сыгран был. Да в офсайд ловить самая стрёмная хуйня. Да. Пиздец, она очень часто может не сработать. А чё ждём-то, собственно говоря? Ну, я что-то у них там проблемы какие-то. Просто они в основном играют это быстрый мяч вперед пихают там на напов и так далее, и у них забегает с центра забегает к флангам. И так далее. То есть они и по флангам забегают, и с центра на фланг забегают, и пас вперед пытаются играть на контре. Ну, быстро переходят линию центра поля. Вот. Поэтому их как бы пытаться накрывать в центре, когда они вот в одно-два касания пытаются играть, мы просто будем отыграны. Вот. Если мы будем высоко всей линии защиты и полузащиты подниматься, они туда куда-нибудь вперед закинут, или опять же по флангу. То есть, а в позиционке они так себе играют. Не особо. Поэтому нам надо насыщать зоны, на своей половине начинать их встречать. Они сами будут мяч дарить и контру будем ловить. Так, то бишь поехали. Прессинговать, да? Поехали. Что говоришь? То бишь прессинговать нападающим. А, ну, на своей половине поля, да. Ну, в нападающем, но по сути... Нападающим, по сути, тоже нет смысла. Есть смысл нам всем отодвинуться. Вылетел. Опять?
Зашибись. Замечательно. Великолепно. Ну, по-моему, такой херни не было раньше, когда мы с ним играли. Потому что они там мутят. Он пишет, о, у них вылет, окей. Вообще, ах вы козлы, блин. Леша, да? Скажи, передай ему от меня, что он тут придет. Не-не-не, Адам, Адам. Да насрать, передай, пусть передаст Леша, блин, что он тут сделает. Запись надо было выключить, чтобы, типа, первый вылет у них, все. Пускай первый вылет. Леша плохой человек, Золоторук. Да, мы знаем. Все это знают. Так, ну давайте еще раз так попробуем. Если нет, потом в лобби перезайдем. Ой, ой, ой. Оп. Все, встаем. Я ему пишу, готовый, если что. Да. Андрюха, давай. Не отставай. Я к чему все спрашиваю, мне больше как бы момент всего интересует, когда мне в отбор мяча вступать, хер его знает. Смотри, кому-то же его надо забирать, как бы, ну, не доводить же до удара. Не-не, смотри, Илюх, тут момент какой, что давай тогда... Где мы мяч заберем, скажем так? Смотри, если на твоем фланге мяч, ну, типа они в центр отдают, да, и рядом с тобой соперник, да, по приемке мяча, то есть, ну, тут момент уже, если ты успеваешь его накрывать, накрывай. Ну, понял, да? Ну да. Момент. Вот, если не успеваешь, лучше, ну, как бы, останься в такой позиции, чтобы он, ну, как бы, ты его перекрыл, и все, задержи его немножко. То есть то же самое и у Вадима, если между полузащитой и защитой мяч проходит, вот, вы будьте вот с этими игроками-форвардами, которые находятся между нами, между линиями, между защитой и полузащитой. То есть если они проходят, по приемке мяча их старайтесь накрывать в этот момент. Так, Паш, тут? Да. То есть стараемся не выбрасываться, но я же говорю, если у них проходит мяч между полузащитой и... Бля, Арня сюда переставила, я моя. Миша, давай поменяемся. Назад не кидайте, старайтесь вперед, потому что... Блядь, да назад даю, сука. Тянет. Он еще мелкого сделал. Хорош, все спокойно. Видите, они быстро пытаются. То есть нам больше по игрокам надо стараться ориентироваться, перекрывать их. Угу, фланг. Что, блядь, сука, дишь офсайд, а? Да ебаный урод. Ну вот, прозевали. Блин, почему у нас? Кто это? О. Почему стартует справа? Добегу. Да, можно было Макс тебе отдать, но... Хорош. Отыграйся. А? Попроще. Да, 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 я уже понял. Все, еще. Хорош. А, Антон, принимай не на скорости. Должен больше отыгрываться. Хорош. Центр. Ну, не выдумывайте, ребят. Да, Егор.
Угу. Можно мне, Паш? Хорош. Отлично. Отлично. Так, давай на близко попробуем. Андрюк, забеги сейчас. Давай. Сюда? Да-да-да, поехали. Раз, два, три. Жалко. Тебя надо отвернуть сразу. Хорош, Лёх. Ай, да-да-да, еще разочек. О. Хорош, пробуй. А, нормально, пойдет. Давай попробуем чуть ниже 11 метров. Вот так вот, да? Где-то, Андрюх, забеги только, да, не упирайся. Да, раз, два, три. Ну, неплохо было. Пробуем еще. Бля, бля. Супер удар, бля. Пушка удар. А, ой-ой-ой-ой, смотрите, да. Назад просто смещайтесь. Да уж. Все, пойдет. Бля, вот эти контра, конечно, опасные. Опасные, ребят. Да. Ой. Бля, ну Леха, по идее, в том углу был, должен был мяч забирать. Так, посмотрим, что. А, на близку будет. Даня, вот сюда где-то он будет отдавать пас. Прикрой его тогда этого. Лех, твой. Хорош. Все, позиции. Угу, Крис, хорош. Хорош. Нихуя себе финт. Вывез, блядь. Там такой финт был, блядь. Надо разыгрывать. Дань, давай тебе... Так, Макс, Макс. Ты Максу? А где Макс? Не, давай вон туда Миша на фланг попробуем. Да-да-да. На Миша на фланг вниз, что ли? Наверх. Ага, ладно, ладно, хорошо. Раз, два, три. Пробуем там туда, если что. Хорош! Давай. Ну, а, хорош. Отлично. Че это было, да? Суки, не дали мне забить. Ну, давай. Ой-ой, ничего себе там вытащил, слушай. А, там такой мега-сейв, блин. Кто это такой плохой человек был? Чуть-чуть пониже. Это моя у нас линия. Угу, хорош. Еще назад отыграйся? А. Я сначала вперед сделаю. Окей. Угу. Можно? Чуть-чуть-чуть. Давай. Ладно, держите. Ничего, я на него успею. Шустрый. Сердеза, перекрой. Хорош. Я что ли? Все, спокойно. Ну, ну куда? Лучше верхом, нет. Да, на весиком. Все. Вперед можно, вот сейчас можно. Хорош. Пробуй. А, еще раз играйте. Ага. Ножки. Можно? Ну, центр. Макс! Пойдет. Забеги. Центр. Там с тобой игрок был, поэтому я не давал тебе. Со мной не было, понимаешь? Давай. Ой, хорош! Что? Чудо игра, блин. Давайте, время уже. Фланг. Аккуратнее, блядь. Сорян. Ой, ну свой раз хорош. Не успел, сорян.
Макс, ты просто прозевал там момент. Я был секунды две-три открыт, вообще вокруг меня никого не было. Я вообще чуть-чуть даже повыше был. Или Андрюхе отдавать? Или выше уже переводить? Я чуть правее был, ты, Серег, вообще открытый был прям. Просто неплохо было, но как вариант можно было. Или вообще... Как вариант можно не только на Серегу смотреть. Да-да-да. Все мы знаем прекрасного Серегу, но еще есть люди. А что, кто-то еще играет? Я не знаю, по-моему, только Максим играет и Серег. А, ну... Да, Макс, он такой. Миша еще бывает иногда. Подыгрывает. Наверное. На заднем поле, давайте. Че, поехали. Нет. Ты понял. Ну, смотри, забегание тут. Хорош. Пасик, пасик, ага. Вон, переводик будем. Техас. Ну, а пускай аккуратно переведет. Я, конечно, не знаю, как у вас там с вратарями. С переводом. Не очень. А, ну, окей. Да, ну, ебать. А, тут все, хорош, хорош. Постраховали. Все спокойно. Выше. Ага. Давай, давай, спешим. Красно, давайте, красно ему. Черному красно. Какой плохой, а? Больно же. Угу. Так, сзади у нас. Так, так, так. Давай, Миш, тебе так же, только надо... Да, ниже опусти, чтобы успел забежать. Я судья, меня как раз, видишь? Раз, два, три. Ладно, пойдет. Сейчас посмотрим. А, ну... А, каким образом вопрос тут? Ну, ладно. Типа в него выбил. А? Ну, так вроде он выбил там, нет? Ну, ладно. Ну, он в Данию выбил. Битбойт. Ой, хорош. Что это бывает? Внимательно. Близко, близко, близко. Я близко, я забираю. Да, 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 хорошо. Просто его закроем, будет отдавать пас, скорее всего, или навешать. Высокий где? Вадим, возьми этого Дания. Лежу. А? Блядь. Выбить? Пинк. Чего, блядь? А что там было-то, я вообще не знаю. Борьба за верховой мяч и пенальти? Да. Нормально. Хороший. Хорошо. Ну, неизвестно, он сделал это так... Ну, ладно. Мне кажется, такое ощущение, как случайно он это сделал. Ну, это ты зачем куда я вообще? Это был фэрплей, блядь, да? Ну, есть. Может быть. Но вообще фейерплей обычно выбивается, ну ладно. Ну да. Кстати, по центру можно забить, блядь. Да. Ой, Макс, Макс Лесик. Тихо-тихо-тихо. Хорошо. Давайте чуть выше прижимаемся. О, пошли. Пробуем, Андрюха, сам. Ай, блядь. Андрюха. Он их врата вылетел. Это понятно. По прямой бы и шел. Было бы попроще тебе. Все, я центр смотрю. Не, ну, уже все, я да. Все, спокойненько тут. О, можно? Макс? Я тут. За задумки неплохо, конечно. Есть, 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 есть. Ага. Сам, сам. Бля, долго? Давай, 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 давай. Вперед только, назад не кидать. Ну это... Блин. Тихо, тихо.
Бля, на Мишу Цинтя отдавал вообще. Я не знаю, чем туда пошел. Да ё. Там тоже был на мере. Да. Блять, держите, давайте, братья. Хорош. Ближе просто на близкий стань тогда, ага. Мало ли. Закрываем всех. Вадим, возьмешь что-то там. Ну, дальний бей, блядь. Вперед. Бля, у меня. Разыгрывайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то печальное. Держим. Что-то печальное. Попало. Давайте время есть еще. Да, блядь, ну вниз же, ёбаный в рот, блядь. Побыстрее в пас сейчас уже. Пройди чуть-чуть. Еще можно. Мне страшно. Ну, блядь, ну пас. А мне страшно. Теперь нам нечего бояться. Добивайте. Хорош. Офсай. Или чё? Штрафной. О! Чё за хуйня вообще? Типа сбил кого-то. Я там летел дальше. Давайте, давайте, я забегу. Ебать. Низ. У нас больше там, давайте, пошли. Ай! Ай-яй-яй. Хуёво тянет. Бля, везёт им пиздец, как тупленником, блядь. Подожди, подожди, подожди. Центр, центр, ага. Мишке даю, да Мише даю. Да стик у тебя там, блядь. Я не знаю, что со стиком. У тебя что-то включилось с тобой, пиздец. Возможно. Да-да. К нему, к нему, к нему. У меня, похоже, просто приём пасов закончился. На сегодня можно? И дальше, по флангу. Лево, ага. Давай. Не. Второй ты. Играйся. Ай, блин. Никто не подошел для этого. Есть еще дальше. Еще. Нам надо играть. Че, блин? Ну, выше поднимаемся, там только фоник, короче. Будет выносить. Хорош. Правый фланг. К нему давайте ближе старайтесь. Ближе. Тянет время. Ну, а чё, правильно делать? Блядь, осталась минута, давайте все вперед, блядь. Надо мяч сначала забрать. Нападающие, оставайтесь там, блядь, вдалеке. Пошли, пошли. Да, блядь, ну. Эх ты, блядь, и не цепляет, смотри-ка чё. Чё? Статистику гляньте, там они ничего не делают. Да нет, там просто обрез был от меня. Я виноват, пометил. Понятно, что мы обрезались, а вообще, ну, они в первом тайме, если посмотрите, там вообще ничего у них не было. То есть... Ну, они выиграли, какая разница. Хорошо, да нет, нормально сыграли они. Не надо так говорить. Да мы хуёво сыграли, блядь. Чё, ну, куда-то да. Пихать? Вот вы смотрите, ребят, вот в центр, когда пихаете, да? Вы же смотрите, если момент проебали, все, там уже пас не надо в центр давать. Вот у нас три раза где-то так было, бля.
была возможность напу отдать, была возможность раньше в центр отдать. Нет, мы, блядь, подержали, дождались, пока центр перекрыли, отдали, пихнули, все, мяч потеряли. В итоге доигрались. Да. Что, по статистике у них равенство, все одинаково. Нет, так а ты первый темп посмотри. Ну, а что первый темп? Ну, во втором, конечно, мы, блядь, сдали.